Морской марш протеста развернулся на французском бульваре перед приездом президента. Митингующие хотят обратить внимание на работу Мининфраструктуры, морской администрации и других институтов, причастных к выдаче документов морякам. Утверждают, что страдают от коррупции. Подробнее обо всем расскажет наш корреспондент Айсель Маминова. От площади 10 апреля к французскому бульвару маршем прошли одесские моряки. Участники митинга просят упростить систему оформления морских документов и убрать посредников, которые требуют деньги, а также внести изменения в законодательство, которые позволили бы подтверждать дипломы без сдачи экзаменов. Говорят, уже обращались с открытым письмом к власти, чтобы помешать коллапсу сферы. Но, к сожалению, пока изменений не произошло. Моряки будут вынуждены покинуть Украину, и они не в состоянии сделать морские документы, как из финансовой точки зрения, так и с моральной, так как со всех сторон ущемления, со всех сторон поднимаются цены в десятки раз, в 2018 году 1500, в 2020 году 8000 долларов. Говорят, сейчас государству надо определить квалификационные требования к руководству морской администрации и структурных подразделений. А еще просят улучшить систему дипломирования моряков. Люди сдают себя в учебных заведениях, после этого также идут в инспекцию, где в инспекции опять же сдают экзамены, а уже инспекция начинается в момент того, что вы не знаете, вам нужно заплатить. Не заплатите, ребята, приходите в следующий раз, и так это бесконечно, понимаете, вот система такая. Высокий уровень коррупции, утверждают митингующие, вынуждает выезжать за границу. Если в ближайшее время ситуация не изменится, моряки утонут в кредитах и не смогут прокормить свои семьи. Айсель Маминова, Анастасия Кричко, 7 канал.